2 октября сегодня. Чудесный день. Вертолеты летают совсем низко. Проказники. Популярно стало теперь. Популярны стали экскурсии на вертолетах. Я смотрю, сначала один одинокий вертолетик летал над островами. Потом 2 туда-сюда. Теперь уже и не сосчитаешь, наверное. Здесь вообще красивый пейзаж осенью, когда тополя пожелтеют, это вот тополя уже начали желтеть. Ух ты, сколько народа занимается сегодня променадом. Не ожидал. Впрочем, сегодня же суббота, господи. Все становится на свои места. Как приятно порыжал. Оболонский остров. Саксофон играет. Это что такое? Маленький прогулочный катер. Чего это? Я хочу. Ладно, вон там прибыло, ребят. Пошли. Ждет публику. Черт. Я их делал на Днепре не единожды. Красиво. Какое приятное все это создает настроение, это зрелище. Еще на час солнышко нам хватит. Уже что-то, уже какие-то краски. Красного мало здесь. Канадский дуб отличается своим красным подлеском. Но это только виноград пока красный, да? А дуб пока в засаде. Никак не краснеет еще. Вот он. Вот начинается. Начинается, вот оно. Солнышко не получается. Сейчас попьем чаю на скамеечке. О, здесь чистенькая. Отлично. Это еще что такое? Что тут носится такое?
тренировки. Я знаю этих товарищей. У них есть какой-то чемпионат. Это дроны небольшие. Они там всякие акробатические трюки должны в воздухе показывать, как я понял, на время. Ну и на качество трюка. Я однажды их здесь видел, так они такое тут вытворяли. Пойдем потом проверим на той полянке, есть ли они. Пока я тут пил чай, пожирал свой кекс и размышлял о тайнах и романтике воздухоплавания, к этому меня побудили дроны, я написал маленькое стихотворение. Романтик изобрел самолет. Летать по небу была у него такая мечта. А практик привязал к самолету пулемет. И получилось нечто. Чтобы кто не изобрел, какой бы романтик, чтобы не изобрел, но практик всегда с помощью скотча и изоленты примотает туда пулемет. И получится весьма эффективная штука, которая и приживется, и прославит имя ее изобретателя, который примотал изолентой туда пулемет. О, легок на помине. Верно я сказал. Вот так вот мы устроены. Прокат тут сюда работает. Не сплошные удобства. А солнце садится. Пока чай пил минутку, оно уже заметно. Оно уже было выше этого дерева, а стало ниже. Ой, лишенька горе. Лишенька горе. Солнце совсем на зеньку. А нам надо еще много посмотреть. Такой серьезный клоп. Темп держит нормальный. Этот не запищи. Ух ты, стоя работает. Молодец, этот не запищит, пощады не попросит. Он сам кого хочешь укатай. А, там мама есть. Я думал, там два папы. Здравствуйте. Нормально, здравствуйте. Как ваше чадо темп выдерживает, да? Да, 24 километра выдерживает. Ух, какой молодец! Хорошего дня! Вот так чадо 24 километра. Отлично. Ну какой боевой, да, он меня своим духом таким спортивным поразил. Такой серьезной сосредоточенностью. Надо же, как взрослый, только маленький. Сейчас будет дышаться сосной. Дух сосновый появится. Вот сосна. Ой, боже. Красота. Ой. Спаем там чуть. Вот картинка чудная. Блинки солнцем подсвечены. Отлично.
заедем-ка мы к дубу. К дубу Горынычу. Как там наш Горыныч поживает? Лапа цела у него. Голова. Голова. Одна из голов Горынычевых. Цела. Главная голова. Гордость. Да. Цела. Еще как цела. О. Что ж ты стоять не хочешь, как пьяный на бок валишься. Солнце сзади как раз. А, нет, сбоку. Но все равно неплохо. Что такое рядом с Горынычем? А ты как сюда попал? Я тебя никогда не замечал. Ты кто такой? Неужели ты вяз? Надо же, как он тут скрывался долго от меня. Я и не знал, что он тут есть. А сколько раз бывал? Знал. Ты забывал, наверное. Больше лапы нет. Наша гордость. Самая большая лапа. В растительном царстве нашей области. А может и вселенной. Согрелся и решил поиграть. О, вот в этом месте хорошо видны вязовые листочки. Они несимметричные. Что интересно, зеркальный тоже существует. И такой, и простой, и зеркальный. Интересно, каких больше? Или их одинаково? Ух, отлично здесь видно форму листа. На. Здесь тоже неплохо. Видно. Асимметричная форма. Такие красивые дубовые рощи. Тоже прокатная машина электрическая. Можно такую взять. Я спрашивал у тех, кто на ней ездил, легко ли ее управлять. Все говорят, никаких проблем нет. Садишься и едешь. Все, совершили прогулку или проездку
по тропе здоровья. Боже, как он злой, как он... Ой, боже, чуть не упал. Засмотрелся, как он воет, этот дрон. Надо найти их логово, никак они мне не попадаются, далеко летают. Ой, еще один. Как будто он упал и в траве там пищит уже, умирает. Хотя бы мертвого найти, я бы на нем отыгрался. Это не это случайно с пультом, что он там душит. В руках нет телефона. Хулиган. Будто на пикник собрались, велосипеды разных цветов. Удочка даже есть у кого-то. Весело еду. Вон там уже воин. Ага. По-моему, уже тепло, даже горячо. Засек я, кажется, откуда пронесся этот сумасшедший дрон, вон оттуда. Вот он завис. Все. Не скрылись от меня разбойнички. Вон они там, в маленькой дубовой рощице сидят. Сейчас навестим их логово. Здравствуйте. Это ваши дроны всех пугают? Ну ладно, меня одного. Ну, мы никого не пугаем своими дронами. Может быть, чьи-то еще вас пугают? Можно я чуть-чуть посмотрю? Да. Чуточку. Они так быстро пролетали, я все пытался защитить гнездо, но думаю, ну не удается. Мы по очереди летаем, поэтому у нас... Угу. У нас только один летает. А, у вас тут... Я здесь однажды видел, как спортсмены тренировались. Вы тоже, да, имеете отношение? Ну, я на спортивных летаю. Ага. А у меня такое больше. Для фана. У меня типа самосборы, да. Понял. У меня летает минуту, но весело. Ну, 2 минуты. Они там ветки сбивали, листья, те, которые я видел. Такое творили. Не, ну там просто, если не вписался, поворот бывает. Да, они падали, у них запчастей куча. У вас тоже, да, с таких дронов есть куча запчастей, наверное? Не, ну с собой я это самое, я просто сейчас гонки не гоняю, я просто аккуратно стараюсь какие-то фигуры делать. Ну, то есть, ну а так обычно, да, на политухе возят и паяльники с собой, там, и все это. Я поразился оперативности, как они быстро. Чих-чих-чих, все. И дрон опять полетел. Не, ну пропеллер поломал, отстегнул новый присобачил. Пропеллеры это расходники. Расходники. А, вот он какой маленький, да? Маленький пропеллер это у него. Дюймовый. Это... Вот он маленький пропеллер такой. Да. А это 5-дюймовка. Ух ты. Может так. Это очень злая фигня. Ух может, ты. Может руки порубать. У него 750, где-то до 700 грамм полетный вес получается. А это что такое за пульт? Писалка GoPro. А, GoPro. Да. Я думаю, что за экран. Так. Я вам могу даже дать монитор посмотреть. О, если можно, интересно. Сейчас. Это батарея. А шлем у вас, вы видите то, что на камере дрона, да? Да. То есть как бы вы влетаете в нем. Да, понял. Да, буквально как птица. У меня видео получается аналоговое. То есть оно как бы такое. Это дешевле, с одной стороны. Угу. С другой стороны,
Вот. Не видно. А у него там цифровая система, и ну, там вообще картинка просто... Ну, все, кто на цифровой системе летает, говорят, что даже не хочется крутить виражи, хочется просто летать, наблюдать. Потому что такая картинка классная. Просто смотреть. А вы шлем одели, да? Да, девочка. Ага. Тут ни автостабилизации, ничего. К сожалению, я пятерку уже всю просадил на него аккумулятор, поэтому этот похуже летает. Он такой наглый, блин, жужжит, так быстро движется. Выдержит или нет? Просаживается так. Ну и вот когда батарейка уже такая подсевшая, ага, сильно на нем не покуролесишь, потому что я понял, опасно, типа, да, уставший становится. Ну это просто сам дрон такой, он маленький, пропеллеры малоэффективные за счет размера. Вот, и соответственно батареи на нем садятся. Хотя, ну при таком режиме полета там в принципе 3 минуты хватает, потому что устаешь. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Сейчас. Ведь к дрону тоже можно привязать бомбу, правильно? Жаль, что не я первый это придумал. Другим слава достанется. Сначала маленькую можно привязать. Ну, сегодня случилось небывалое. Памятник заговорил. И светильники появились. Все заворожены. Дети ищут кнопочку скрытую. Куда ж нажать, чтоб... Куда ж они динамит-то спрятали? Звук, конечно, такой дребезжащий, как и раз из распоротого, разорванного динамика какого-нибудь радиоприемника советского Рига. Скажи что-то понятное. Давай, говори уже, я на кнопке нажимаю. О! Работает. Работает. Вот именно здесь кнопочка тайная. Угу. 3 раза. 1, 2, 3. Вот так вот. Публика доверчивая. Тут ничего. Надо было сказать 7 раз. То, что такое 3?
совсем ничего, раз, два, три. А всем это уже надо постараться. Встретить вечер в детинце – это правило хорошего тона. Мы ему сегодня не изменили правила этому. Сколько народу на замке горе гуляет. Целыми компаниями. Завтра тоже будет хороший день. Поэтому не будем сегодня жадничать. О, летучая мышь уже. Кружит. Я тут одну выпустил. Однажды. Нашел подбитую летучую мышь на Подоле. Вообще была история. Она была контужена, лежала на краю дороги.